Снова здорово, друзья, и это понедельничек, и, соответственно, игра от подписчика. И, как вы уже поняли, это Cross Out Mobile. Ссылок на эту игру я никаких не оставлю. Почему? Потому что игра недоступна. Устанавливается она через некоторые костыли, и есть у нее все равно небольшой минус. То есть, вот смотрите, у нас есть тачанка, да? Так, мои машины. Вот. Собирать мы тут, к сожалению, не можем. Ничего. То есть мы нажимаем «Собрать» за гаечки. А гаечки у меня, кстати, есть. Вот кто не верит, 748 гаечек. Нажимаем «Собрать», и он нам пишет: «Ваша операционная система не позволяет совершать покупки за реальные деньги». Но это не реальные деньги. Это, блин, это то, что нам предлагает сама же игра. Это внутриигровая валюта обычная. И даже не донатная. И все равно мы сделать, к сожалению, ничего не можем. Так, что у нас здесь еще есть? Ну, по факту, наверное, все. Раз мы не можем ничего собрать, то какой смысл тут нам вообще что-либо рассматривать и делать? Мы пойдем сразу в бой, немножечко повоюем, покатаемся, посмотрим, что у нас тут по заданиям. Так, ежедневное неинтересно. Вот такая вот у нас точила. Сразу в бой. Так, против игроков, против беспилотных. Да нет, против игроков, конечно же, против живых. Потому что против беспилотных играть неинтересно. Против ботов мы можем всегда поиграть. Нам надо как раз-таки против людишек побегать. В данном случае поездить. И попробовать отстрелить пару-тройку колес. Так, все, видимо, пошла загрузка. Захват. Уничтожьте врагов или захватите вражескую базу. Индикатор захвата вашей базы. Окей, мы поняли. Так, ожидание других игроков. 3, 2, 1. Выходи. Кто не вышел, тот пидорас. Окей. Захватите базу противника. Ну, помчали. Вот у нас база противника. Либо уничтожьте врагов. Опять же, посмотрим, кого мы раньше найдем. Это свой, это хорошо, это радует. А где вражище? Вражище, где же ты? Во, я вижу, я вижу. А давайте вот так вот, хоп. И наебем. Мы на нитро просто проскочим на ихнюю базу. А они пусть воюют. Посмотрим, проканает эта система или нет. Мы захватываем вражескую базу, окей. Ну, соперника пока не видно, честно говоря. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, я один остался. Если они сейчас до меня доедут до того момента, как мы захватим вражескую базу, то это будет пиздец. Вон он едет, я его вижу. Не, не успеем, не успеем. Противник захватывает нашу базу, похуй. Мы сделаем это раньше, по идее, если мне не отстрелят пару-тройку колес. Ну, ну, ну давай, давай, есть! Мы затащили, нифига себе. Вот это вот, кстати, я не ожидал. 194% эффективность. Да прям я вообще не ебически эффективный. Бешеный тип. Оп, новый уровень, шикарненько. А, собрать 336 гаечек. Нажимаем и получаем хуй. Ладно, в гараж. Так, настройки графики, если что, стоят максимальные. А, играю на устройстве OnePlus 6. Много кто спрашивает, какое у меня устройство. Устройство все то же самое, оно у меня не меняется давненько уже. Так, ну мы не можем собрать. Ну как, вот что я должен сделать, если мне не дают собрать ни второго стартовый пикап, ни второго уровня, ни третьего. Вот, вот что я должен сделать, просто объясните мне, ребят. Если вы знаете, что я должен сделать, то, пожалуйста, напишите об этом в комментах, тогда, может быть, мы еще немножечко поиграем. Так, автосборка. Где у нас мощь? Тут где-то пишется мощь, получаемая у тачанки. Да, 1700, мощь, окей. Детали 14 из 30. 1807. 1882. Ну это пиздец какой-то. О, вот это да. Ну 1692. Я не знаю, имеет вообще значение это мощь или нет. Ну это все хрень. Это все вообще хрень. Машины фракции. Заменить. Ну вот, вот все, что мы можем, это вот. То, что вот нам игра предлагает, вот стартовая. И все, давай вот сюда. Сохранить, да.
Есть. Машину фракции. Давай, ну пожалуйста, хоть что-то. Нахуй там плакал. Через Google аккаунт синхронизироваться здесь нельзя. Так как игра все-таки недоступна. К сожалению. К сожалению. Вы видите, что все на максимуме стоит. Графический тест мы не будем проводить. Выставка неинтересна. Ну пойдемте в бой. На этот раз мы попробуем уже повоевать, то есть мы не будем захватывать базу, мы пойдем непосредственно в бой. Кстати, если знаете, ребят, как обойти все эти сраные ограничения, пишите в комментах, может быть, мы еще посмотрим. Прикол в чем? Игра в принципе неплоха сама по себе, то есть и задумка, конечно, хорошая, но вот этот вот негатив с костылями, он портит впечатление очень даже сильно. Так, где соперник? Через костыли не хочется. Может быть, когда она выйдет уже непосредственно в релизе, то это будет гораздо лучше и интереснее. Так, давайте отстрелим ему пару-тройку пушек. Оу-оу-оу! Ну нифига. А, так у него три пулемета. Так ты посмотри, какой большой дядя, а. Колес понатыкил. О, вот это наш херачит, красавчик, на трех колесах. До возврата в бой. Следующий. В смысле до возврата в бой? О чем? А, так тут возвращение в бой идет? Да ладно. Это не захват базы или как так-то? Типа dead match, наверное. Я не прочитал, что это у нас. Но это, видимо, не захват базы. Давай, стреляй, стреляй, стреляй. Так, пошли нахуй. Размесили меня. Ладно. Но их там трое. Они вот сидят толпой, поэтому я думаю, нам надо толпой тоже попробовать заскочить. По крайней мере, одному там делать реально нехуй. Давай, воскрешайся, быстрее появляйся. Во, понеслась. Стой, Тенс Титан 404, погоди меня, подожди, прошу тебя, по-братски. Во, у нас все живы. Так, погоди, а что? А, во-во-во, один пытается съебнуть. Он там нашего пытается... Ох ты, красавчик. Даже моя помощь не нужна была. Поражение. А, быстрее набрала 400 очков. Окей, я понял. Эффективность 16%. Но я дико лоханулся, ничего с этим сказать и поделать я, конечно же, не могу. Давай следующую каточку сразу же. Бой с восстановлением, вот как это называется. У нас есть еще кнопка самоуничтожения. Я не знаю, для чего она нужна. Может, чтобы соперник очков не получил. Или когда отстрелили все колеса, и ты не можешь двигаться. Я даже не представляю. Так, по мне уже попадают. По мне уже попадают, и это печально. Пошел нахуй. Оу! Да тут мапупа. Меня убили. Меня опять убили. Ну смотри, здесь реально взрослые дядьки. У них уже вон ракетницы, базуки какие-то стоят. Хуюки. И тут я так со своими двумя пулеметиками пытаюсь что-либо сделать. Естественно, это не получится. Нихуя так. Система не работает. Помощь. Ну, мы еще кому-то, видимо, помогли. Вот то, что мы немного покоцали вражескую машинешку, то нам даже очков за это какие-то поднакинули чутка. Пойдем. Будем дальше помогать, мы великие помогаторы. Ну, теперь наши оккупировали эту площадку. Насколько оптимизирована игра? В принципе, игра оптимизирована достаточно-таки неплохо. Устройство греется... Ой, пизда. Устройство греется не сильно, в пределах допустимой нормы. Давай, 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 газуй, 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 ну, пожалуйста, давай. Не успели, не успели, не успели. Вот. Но опять же, то, что она недоступна, вообще странно. По-моему, разработчик этой игры как раз-таки российский, русский разработчик. И где-то они ее обкатывают, по-моему, то ли на Филиппинах, то ли еще в какой-то пизде. В общем, нифига, мы поиграть в нее не можем. По-человечески. А ну-ка, стой. О, смотрите, газель. Хуя себе газель. Неплохо так. Так, мы видим вражинку. Вот вражинка. Но вражинка, кстати, без пулеметов. Поэтому он нам угрозы не представляет. Но мы его можем бахнуть. И заработаем 53 очка на этом. И, кстати, мы сливаемся. Мы сливаемся весьма неплохо. У нас только 277 очков. Во-во-во-во. Видим, видим, видим. Погнали его, попробуем добить.
Есть. И стоим, зарабатываем очечи. Вообще так, как мы аутсайдеры, у нас самая хуёвенькая машинка, то можно было бы предположить, что когда мы видим врага, нам надо просто-напросто сваливать. Просто, чтобы не дарить очков врагу. Победа! Отлично! Ваша команда быстрее набрала 400 очей, эффективность 33. Ну, понятно. Понятно. Все это херово. Давайте мы еще разочек сходим в бой. Встречный бой. Уничтожьте врагов или захватите базу в центре карты. Вот это да, вот это уже интереснее. Почему? Потому что битва с восстановлением не имеет лично для нас вот никакого смысла, резона. Мы будем обузой для команды, мы будем сливаться и дарить очки врагам. Вот, здесь у нас есть какая-никакая, а хоть какая-то надежда, шанс на победу. И что это? Мне показалось. Вражину мы уже видим. И видим, что он не один, поэтому мы сделаем вот такой вот хоть конем. Да, блядь, ну что ж я такой косолапый-то? Есть. Второй ушел. Давайте попробуем ему автоматы отстрелить. Первый автомат отстрелил. Ай, все, остальные мы не смогли отстрелить. Но один отстрелили, то есть мы уже помогли нашему брату. Время вышло, победа не досталась никому. Да ладно. Эффективность 105. Хо, неплохо. Но давайте еще разочек мы все-таки запилимся в это чудо железное месиво. Опять встречный бой. Это не может не радовать. Сейчас, сейчас. Мы должны одержать победу, такую финалочку красивенькую. Итак, вперед. Захватите нейтральную базу. Оп, на нейтруганах помчим. Так, ну здесь мы чутка обломимся. Мы сделаем вот так вот. И попробуем здесь через туннель заехать. Ага. Мы зацепились за текстуры. Да чё за нахуй-то? Почему я ехать не могу? Вы чё? Походу, этот чувак тоже испытывает трудности при подъеме в горку. Так, вот тут уже у нас сражаются наши ребята. Давайте мы поможем. О, вот это я кого-то прикрыл нормально. Иди сюда. Иди ко мне, родной мой. Есть, 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 есть. Еще двое где-то. Один вот он. Один вот он, мы его видим, мы по нему попадаем. Где твои автоматы? Где твои автоматы? Давай их сюда. Сюда давай автоматы. И еще один соперничек остался. Он у нас без колес, поэтому... Ну давай, давай, давай. Наш добьет. Наш не добьет, блядь. У него автоматов нету. Вообще. А еще один где? Так, ну у этого есть хотя бы автоматы. То есть шанс у нас какой-никакой есть. Этот пытался взять его на таран, не вышел. Опа, ничья. Время вышло, победа опять никому не досталась. Ну, ладно, братская такая ничья. Так, далее, для 4 уровня мы не дотянули. Да и, в принципе, это не имеет никакого значения. Я повторюсь, что купить мы здесь ничего не можем. То есть у нас фактически развития в этой игре как такового нет. Именно поэтому я никаких ссылочек не оставляю. Если, когда она, точнее, выйдет в релизе, то мы обязательно к ней вернемся. Если вам интересно, обязательно подписываемся на канал, жмякаем лайки, жду вас в комментариях. Всем хорошего настроения и пока!